Чаша номер 230, 25 сантиметров. Вот, и весом 1660 грамм. Тоже поцарапалась. Вот есть на ней такие вот отметинки. Видно-то, наверное. Прям грустно. Давно так просто не обращались чашечками. Но все равно она, конечно, такой потом становится. Звук не очень хороший, так что грустить о полосках не надо. У нее есть одно прекрасное качество, это ее звук. Ну, не глубокий, в принципе, можно даже отполировать, я думаю, где-то. Ну, такая вот у нас чаша есть.